Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла долгожданная посылка от дружественного канала. Канал называется «Мужские увлечения». Хозяина канала зовут Андрей. И, Андрей, огромное тебе спасибо за эту посылочку. Сейчас я ее вскрою и посмотрим, что выслал мне Андрей. И сразу хочу, друзья, порекомендовать его канал. Канал очень интересный, называется, как я сказал ранее, «Мужские увлечения», про наши мужские хобби. На канале присутствуют такие хобби, как рыбалка, поиск сокровищ, нумизматика, ну и многое другое. Заходите в канал, посмотрите сами, увидите, что канал интересный. Также Андрей любит производить разные розыгрыши, разыгрывает как и рыболовные приманки, так и монеты. Поэтому заходите, участвуйте и надейтесь всегда на выигрыш. А я приступаю к распаковочке. Сразу, друзья, хочу заметить, посылка пришла в Беларусь с России за 8 дней. Я считаю, это довольно быстро, с учетом прохождения ее через таможню. И прислал мне Андрей такие вот воблеры Банго или Бинго, как правильно читается. Такой вот отличный, симпатичный крэнк. Да, Микки Крэнк. Давно, кстати, хотел попробовать данную фирму. И все никак у меня не получалось. И блесна Аква. Вертушечка. Утяжеленная для наших рек, я думаю, самое то. Да, Микки Крэнк рассмотрим. DC-200. Спасибо тебе, Андрюха, за такие шикарные воблеры. Очень приятно получить такой отличный подарок. Я надеюсь, весной они будут разловлены на реке Западная Двина. Довольно хорошие такие уцепистые тройнички. Интересная форма крэнка. И навес добротный. Отлично шумят. Эти воблеры пока вскрывать не буду. Но как раз для весенне-летнего сезона. Что, Андрей, буду стараться. Обещаю, что их постараюсь разловить буквально уже вот в начале рыболовного сезона, как только лед сойдет с рек, с озер. Спасибо еще раз за подарок. Ссылочка на канал Андрея в описании под видео. Заходим, не стесняемся, подписываемся и участвуем в его розыгрышах. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам. Побольше таких дружественных каналов, побольше вам друзей, которые бескорыстно могут выслать подарки. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, друзья!